Выберите самую красивую бабочку, и вы узнаете о своем характере. Бабочка, которая привлекла вас больше остальных, может многое о вас рассказать. Выберите одну из шести представленных, и мы раскроем, что это означает. Итак, какая из них вас притягивает? Если вы выбрали бабочку номер один, вы не претенциозны. Если вас привлекла эта бабочка, значит, вы любите простоту во всем. Вы цените приятные мелочи и идете по жизни с высоко поднятой головой. Вы любите все держать в порядке – отношения, повседневные дела и голову. Держитесь подальше от сложных людей, которые не приносят ничего хорошего в вашу жизнь. Не теряйтесь в буре эмоций. Старайтесь понять свои чувства и держите голову в холоде. Если вы выбрали бабочку номер два, вы бесстрашны. Те, кто выбирает эту бабочку, обладают бесстрашным характером. У вас сильная воля, и вы храбры, что позволяет вам справляться даже с самыми трудными жизненными ситуациями. Вы сильны и экстравагантны, но в то же время нежны и дружелюбны. Ваши близкие любят вас за вашу внутреннюю силу. И для вас много значит то, что вас принимают таким, какой вы есть. Вы любите общаться с людьми и ждете, что они будут уважать вас так же, как и вы их. Если вы выбрали бабочку номер три, вы спокойны. Если ваше внимание сразу привлекла эта бабочка, это признак того, что вы обладаете спокойствием и безмятежностью. Вы с легкостью относитесь к жизни и предпочитаете делать все в своем собственном темпе. Вы привыкли окружать себя людьми, которые вас понимают. Вы любите проводить время в компании людей, но также цените и одиночество. Это позволяет вам глубже понять собственные эмоции, особенно если вы находитесь под влиянием стресса. Если вы выбрали бабочку номер 4, вы щедры. Эта бабочка указывает на то, что вы щедрый человек, которому есть чем поделиться с другими. Люди ценят, что во все отношения вы привносите целостность и честность. Хотя вы очень щедры, со временем вы заметили, что далеко не все заслуживают этого. Так что теперь вы хорошенько думаете, прежде чем открыться кому-то полностью. Большую часть времени вы стремитесь все контролировать и организовывать по своему вкусу. Вы предпочитаете не принимать ничью сторону, когда дело касается близких, и становитесь тем, кто урегулирует конфликты между родными. Если вы выбрали бабочку номер 5, вы веселый человек. Если ваше внимание привлекла эта бабочка, это указывает на то, что вы теплый и счастливый человек. Вы не из тех, кто легко принимает изменения. Вы предпочитаете оставаться самим собой и, в свою очередь, принимаете окружающих такими, какие они есть. Время от времени выпускайте свою креативность на свободу и отдавайтесь творчеству. Вы не только стремитесь отдавать всего себя, но также вдохновляете близких работать с полной самоотдачей. Именно поэтому, когда им нужно поговорить с кем-то напрямую, вы первый, к кому они идут, ведь вы всегда знаете, что сказать. Если вы выбрали бабочку номер 6, вы расслабленный человек. Чем больше вас привлекает эта бабочка, тем более спокойный вы человек, дружелюбный и любящий. Вы не только внимательны к чувствам других, но и знаете, что необходимо выделять время, чтобы позаботиться о себе. Ничто не мешает вам делиться своими самыми сокровенными мыслями с близкими. Вы живете в реальном мире и предпочитаете окружать себя людьми, которые говорят то, что думают. Если вам приходится принимать решения, касающиеся отношений, людей, трудных ситуаций, всегда доверяйте своим инстинктам. Они помогут вам пройти даже самые сложные моменты в жизни. Напишите в комментариях, какую бабочку вы выбрали. Согласны вы с этим результатом? Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные тесты. Вы были на канале Мартиника. До встречи в новых видео!